Привет, ребята! Это я, Егор. И сегодня у нас очередной обзор Лего. 60-140 Лего Аэропорт. И вот начнем мы с мини-фигурок. Это раз пилот. Это два пилот. Это один пассажир. Это первый работник. Это второй работник. И еще пассажир. У нас тут есть машина. Это у нас Трамп. Вот такой вот. Есть у нас такой перевозочный отсек, типа. Не знаю, что я сказал. Он перевозит багаж. И есть у нас заправочка для самолета. Куда же без нее, да? Уи! Ну, давайте перейдем к крупному. Это у нас аэропорт. Сейчас я вам покажу, вот посмотрите, как он тут выглядит. Вот так он выглядит со стороны, вот так он выглядит сзади, и вот так с другой стороны. Ну, вот. Покажу я вам функцию. Вот тут это двигается, антенна такая. А, кстати, забыл. Двери, они крутятся. По правде скажу, у меня что-то там... Не хочет двигаться, но она двигается. Так, и функция третья. Вот мы кладем сюда багаж. Извини, дядь, пожертвовал, надо. И вот крутим. Так. Крутим. Бабах. Ну вот понятно, да? Все понятно. Вот у нас тут есть автобусная остановка. И что, на этом все, наверное. С аэропортом мы, наверное, покончили. И теперь у нас прямо вот самое крутое. Вот это вообще самолет. Это крутейший самолет. Вот так он выглядит. С одной стороны. Вот так он сзади выглядит. Вот так с другой стороны. Так спереди. Так, что я могу вам показать? Мы открываем двери, видим сразу унитаз, видим кресло пассажирские. Уф, куда стекла бы? У меня тут вообще-то ролик. Ну, плохие стекла просто, не слушаются меня. Так, сейчас извините. Стекла надо, выбил какие-то... Чуваки выбили стекла, наверное. Какие-нибудь преступники. Давай. Вот, все, починили наш самолет, а вот, кажется, нет. Ладно, чуть. Все, у меня уже поехало все. Вот так выглядит наш самолет. У нас тут открывается дверь, которая у меня всегда ломается. Ну, как бы ничего особенного. Вот. Тут у нас пилоты сидят. Вот. Вообще, что происходит с этим самолетом, я не знаю. Зато он может ездить, да? Круто. Вот, он ездит, да? Ездит. И тут бац улетает. И на этом мы прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока-пока.